Сокращение светового дня и осадки вносят коррективы в работу инспекторов ГИБДД. Темное время суток, несоблюдение водителями даже элементарных правил, отсутствие светоотражателей. Все эти факторы приводят к увеличению количества наездов на пешеходов. Рейды сотрудники дорожно-патрульной службы стали проводить чаще. Один из последних в Первомайском округе Мурманска. Но рассчитывать только на дорожных полицейских нельзя. Сохрана жизни и здоровья пешеходов зависит прежде всего от них самих. Смотреть по сторонам и быть внимательным – простые правила, соблюдение которых никогда не станет лишним. Хотелось бы обратить внимание пешеходам при выходе на проезжую часть, чтобы убеждаться, что водители их видят и действительно пропускают. Также в темное время суток необходимо носить на одежде светоотражающие элементы. В особенности это касается детей, несовершеннолетних и малолетних. Также хотелось бы обратить внимание родителей, что при переходе проезжих частей, чтобы они держали своих малолетних детей за руку, чтобы избежать момента, что он куда-то может убежать.